Короче, мы пришли опять кормить бобров, и вот они увидели, что мы уткам даем, и тут же двое бегут. Вот один взял себе и кушает, вот он. Вот он. Прямо лапками взял. Вот второй взял лапками и кушает. Во, какой хвост у бобра. О, бобр. Как акула. Как акула. Вот такие вот тут бобры в Лениногорске. Такие крутые. Мы уже второй вечер их кормим. Вик, покажи, сколько ты хлеба притащила. О, сколько хлеба. Лёва, ты что, бобров кормишь или сам ешь? Я дам им маленькую капельку. Маленькую капельку, а так сам все съешь, да? Вот такую. Ага. Лёва сказал, вот этот батон не кидай бобрам, я это все сам съем. Поэтому я берегу. А бобрам не даю. Вот они, бобры. Вот, кушают, сидят. Раз, один, вот второй. Такие вот обжоры. Всем привет из